Ух ты, нормально. Да ладно, он меня... Надо так решил. Привет всем. В сольном прохождении Dragon's Dogma Dark Horizon за бойца. Ну что? Давайте еще раз пробовать, наверное, одолеть дракона. Мне сделали замечание, что я расслабился. Потерял хватку. Собственно, я не думаю, что я ее сильно приобретал. Вот. Но в целом, да. Бой с драконом совсем не показательный. Так, мы сейчас кое-что поменяем. И, возможно, это будет надолго. Так, либо бросок круга, либо небесный хлыст надо поставить. Наверное, так все-таки. Хотя по балансу-то бьет бросок круга получше, наверное. Да. Ладно, с броском круга походим. Еще подумаем. Так, надо купить нехилки. Что-нибудь, что у него есть. Вот. И так мы и пойдем, значит, на дракона. На Дрейка. Все-таки надо его одолеть. Надо этого парня одолеть. Ну, для меня единственная сейчас проблема, это когда он подлетает и падает на меня. Он просто ваншот делает и все. Поэтому этого стоит опасаться больше всего. О! Ничего себе. Так, стоп. Колечки, 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 колечки. Колечки виртуоз и зазубренные когти, да? Ну, в принципе... Это у нас магию повышает. Да, нормально. Все время я попадаюсь. Обычно мне хватает времени, чтобы... Да, 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 вот он падает и все. И меня... Это мега неудачно было. Может, я зря снял этот стальную волю-то? Блин, ну мне не очень хочется занимать слот под стальную волю. Не знаю, может и зря. Она помогает, но действует недолго, поэтому не знаю даже. Даже не знаю. Так, там гоблины. Не хочу я их сюда звать, в нашу разборку.
последний попал. Это был хороший удар. А это был плохой удар. Броском рога попробовать. Эх, опять схватил. Так. Я ему руку отморозил. Эх, опять схватит сейчас. Трава-то, кстати, хорошо лезет. Все равно схватил. Блин, плохо. Плохо, плохо, плохо. Если я так буду воевать, он меня все-таки убьет. Я чувствую. Да опять! Рогам тебе! Гадюка! Да.
надо подхилиться хоть чем-нибудь. Уф! Я вообще его не сбиваю с ног. Блин, вот когда он таранит, это, конечно, жесть. Я не успеваю ничего толком сделать. Да ладно, он меня... Надо так еще? Вот это я такого что-то не помню, чтобы он навыков лишал. Ха, у меня ничего нет. Чтобы обратно навыки себе приобрести. Плохо. Будем ждать, что. А у меня, главное, не получается защиту-то понизить. Зараза. Интересно, когда вернется. Куда она пройдет? А, все вроде, да? Да елки, опять побежал. Еще разочек. Не, захват я все, я больше его не переживу, захват. Если он будет захватывать, я этого не переживу. Фух! Так. Смотри, он от меня... Не улетает, во всяком случае. Хотя может сейчас и улетит. Похоже, он решил от меня все-таки улететь. Класс! Да. Оно того явно стоило. Потратить столько времени, чтобы этот ублюдок взял и улетел от меня. Мразота сцепливая.
Ладно. Ну и тварь, а. Играемся на гоблина. Да, еще жизни его показывают. Чего мне его жизни-то показывать? И все, он уже... Он уже за километр, блин, свалил. Бестия. Слюни свои везде разбрасывают. Блин, так обидно это вообще. Музыка до сих пор играет, как будто я с ним дерусь. Хотя никто уже ни с кем не дерется. Давным-давно. Ладно, погнали дальше. И вот это может продолжаться просто каждую битву. Он просто берет и улетает. И либо ты на него цепляешься и бьешь ему по сердцу, пока не добьешься победы. Либо, короче, вот, пожалуйста. Замечательный результат. Но вряд ли бы он что-то мне закалил. Хотя вполне может быть, что закалил бы. Задание провалено. Конечно, провалено, блин. Обидно. Ну, будем считать, что я его унизил, так скажем. Ну, ему оставалось чуть-чуть. Скорее всего, я бы победил. Не говорю, что я бы 100% победил. Но плюс-минус я уже приноровился следить за всеми его атаками, выпадами. Вот, поэтому вполне мог бы победить. Нам парень не говорит. Величественник. Все. Знаете, что было бы прикольно? Я подумал. Если бы вот эта вот цветочная магия Квины, она бы здесь чаще встречалась. Ну, то есть, допустим, ты мог бы всегда к ней прийти, допустим, да, она бы становилась NPC, которому ты вот насобирал, типа, цветов, типа, величественника, божьего цветка, вот, принес, и она тебе букет делает, допустим, да, с каким-то эффектом, допустим, да, на сутки, вот. То есть, букет действует сутки, которые она делает, вот, и было бы прикольно, что ты, типа, приносишь разные цветы, и от них какой-нибудь разный там эффект, ну, допустим, да. Увеличение силы там, допустим, или там уменьшение там, или еще что-нибудь. То есть какие-то такие забавные, ну, бусты, короче говоря. Был бы смысл собирать цветы разного рода и вообще, то есть как бы, по сути, в игре говорится, что есть некий дар. Вот этот вот цветочная наука, наука по собиранию различных цветов. Вот, но на механику это вот не влияет. Хотя есть два вида цветка,
розовый и белый. Вот, то есть это уже говорит о том, что... Ну, было бы прикольно, в общем. Если бы такая тема была, я так подумал. Так, нам надо в пещерку. Ну вот здесь теперь солдаты тусуются. И даже стамина не тратится. То есть теперь это темно как-то. Теперь это чисто... Форт, так сказать. О, чешуйчатая броня. Ничего себе. Неплохо. Чешуйчатая броня, по-моему... Довольно такая редкая вещь. А, нет, нет, не редкая. Ну вот, кстати, можно сказать, сет с моим нарукавником подходит к нему. То есть у меня есть чешуйчатый нарукавник, а это чешуйчатая броня на ноги. Мне не очень нравится низкая юбка, слишком... Слишком низкая. Эй! Блин, я уже булаву нашел и стальной длинный меч нашел. Это никуда не годится вообще. И ржавые кинжалы с собой нашел еще до кучи. Интересно, можно ли было бы дракона замедлить? Ржавым мечом. Ну, мы сейчас циклопу будем замедлять. Я думаю, даже несмотря на то, что его можно было замедлить, один фиг, там, короче, это... Он все равно может улететь. Замедлил, не замедлил. Ему вообще по боку. Так, ну ладненько. Ладненько, ладненько. Такое название прикольное. Отрезвляющее вино. Уксус, что ли? Отрезвляющее вино. Так, что у меня надето? У меня буст на магию, но я, наверное, все-таки разламывающий удар сейчас себе. Ух ты! Нормально он на меня налетел. Вот насобирал-то. Этот дьяволистник, по-моему, вообще ни о чем. О! Расходников-то. Что он делает? А, ну он чуть-чуть здоровья
Текстура из лишайника, понятно. А чё надо-то? Мутное вино. Ну, мутное вино, по-моему... А, нет, оно с гоблинов не падает. Странное вино падает. Странное вино, по-моему, можно с чем-то объединить. Ой. Да, травяная настойка будет. Так, часть железного меча возьмем. Ну, у них тут полно всего, и этот дьяволистник, они, видимо, его очень любят. Поезд какой-то видит. Слюни. Сейчас будем швыряться во всех. Короче, у них тут целый склад. Вот денежки, пожалуйста. Черепами все усеяно. Человечьими. Эх, заменил я на божественную защиту. Но все равно блок пробить надо. Так, странное вино. С чем можно объединить? Что-то новое. Настойка из грибов. Созревший целебный чай. Должен, по сути, много здоровья восстанавливать. Ну, так себе. Так, куда дальше-то? Сюда вроде бы. Так, а сок полыни. Травяная настойка, да? Уже третья. Настойка из грибов, давай. Так, сохраняемся. Какой-то циклоп здесь должен быть. Вот это что ли? Ну окей, чё. Тут, кстати, удобно, можно вот сюда забраться. Гоблины мешать не будут. И прям ему по голове, короче, кидать чем-нибудь. А, у него щит, да? Шлем мешается. Ну, давай, снимай уже. Ух ты, нормально. Парень-то грозный.
Нам главное позицию занять. Так. Вот на них сразу истощение накладывается. Ух ты, ничего себе, слюна дракона его снимает. Да он уже... Он уже труп. Блин. Скажешь, я не буду купить, то он будет труп, а так... Смотри, гоблин все-таки забрался ко мне. Я думал, они не умеют забираться. Так, ну ладно. Серёга не видел. Вопрос, кому отдать? Мне как бы и медали нужна. В общем, я на Вики посмотрю перед тем, как... Посмотрю на Вики перед тем, как отдавать его. Сейчас не будем пока. Точно пойму, что надо, что не надо мне. Так, что здесь есть? Пойло церковника. Рунические браслеты. Чё они дают? Звучит как что-то магическое. Плюс 3 к магии дают они. Зачарованные металлические браслеты оберегают от зла. Слепоту. Свет дают, защиту. И магию на плюс 3. Но плюс 3 маловато. Если их прокачать, то может будет получше. Да, кстати, там кое-кто живет. Враги, они близко. Странная, конечно, надпись. Пагубник. Пагубник мы продадим. Потому что все равно сейчас будем телепортироваться отсюда. Если, конечно, это возможно. Но в Грансе, по-моему, с любого места можно телепортироваться без проблем. Да, кстати, обидно, что классу воина не дали... Оружие светом зачарованное вообще. Если у бойца есть оружие, зачарованное светом, то у воина вообще нет такого. Зато есть оружие тьмы. Вот такая вот разница. Ну да, сейчас, конечно, уже взрыв флаконы можно по минимуму использовать, потому что я уже достаточно прокачанный, чтобы так бегать без взрыв флакона. Это вот, ну, на острове как бы еще остаются актуальны. В Грансисе уже не так. Что мы уже приближаемся. Здороваются. Новое. А, пагубник. Вот
конечно, если я его улучшу, он будет дороже, но я и денег на это потрачу. Необычная чешуя. Не, не надо. Вдруг понадобится. Светящийся камень. Ну-ка посмотрим. Миасмат. Посмотрим, сколько будет ли она лучше. Лучше они будут ли магию повышать. Так, давай-ка я тебе пагубник продам, раз уж ты здесь. 56 тысяч. Чё еще тебе нужно? Шучатую броню не буду, рунические не надо. Рог дракона даже есть у меня. Что-нибудь новенькое это у тебя появилось? Нет. Зато есть материалы. Он где-то шляется и прям набирает эти обломки. О, квест появился. Так, отыщите редкости для Рейнара. Вот тут недавно на канале как раз выходил. Металлолом. Но металлолом-то у меня есть. Металлолом у меня точно есть. Я же все подбираю. Так. Белое вино. Прикольно. Красное вино. Еще лучше. Эх, с ягод ничего не получается. Зря, кстати, я ножи на это трачу, потому что ножи довольно редкая вещь. Так. Забрать металлолом. Сколько ему надо? Стой, парень! Так, что дальше? Не заставляйте его ждать. Да что надо-то?
Так, что у нас осталось из заданий? Нам надо переубивать бандосов. Соответственно, пойдем тогда их мочканем. Ночные наши ребята. Я думаю, что за NPC здесь ходит? А это... Пожалуйста. Зомбари. Я, кстати, топливо не взял с собой. Это плохо. Сколько у меня еще там грибов? Неизвестно. Ой. Меня почему-то не всегда получается. Я не знаю, надо приноровиться, чтобы их хватать, так сказать, не на руки чуть не, а во, схватил. Чё ты заныкался? Вроде бы здесь он будет. Наверху. Сохранимся, потому что в прошлый раз я от них погибал. Это неаккуратность, правда. Досталось. А нет, не всем досталось. Не будем ждать, пока меня усыпят. Наденем колечко бодрости, которых у меня уже три. Две сразу стараются меня убаюкать. Подрезали. Ну а что ж ты, милая моя, хотел бы. Здесь он должен быть. Странно. А где незримый ужас-то, ёлки-палки? Или другое место? Да нет, это... Нет.
Ёлки-палки, они здесь должны быть. Куда делись-то все? Ну, я так не играю. Железные ножные щитки. Я такие не видел никогда. Слушай, прикольные. Я такие реально не помню. Это объединены эти сапоги с шипами и вот эти вот поножи. Сопротивление колющим. Ну и смотрится так неплохо, в принципе. Да, интересно. Хорошая вещь, хорошая, хорошая. Может быть, даже я ее одену. Ну чё, появится он, нет? Парень-то этот. Незримый ужас. Что он настолько незримый, что его здесь и не видать. Ладно. Сейчас мы, короче, сразу в Касардис гонем. Может, там появится. Это сразу в предводитель. Ну вот бандиты, пожалуйста. Бандиты, а почему бандиты-то? Это же ночь. Здесь не должно быть бандиты. Здесь должно быть скелет. Сейчас как будто ночь, но не ночь. Потому что здесь должны скелеты тусоваться. И этого незримого ужаса нету. Как будто это не ночь. Как будто игра считает, что это день. Что за ерунда, блин? Что, ночь еще не наступила, что ли? Официально. Ничего не понимаю. Вроде уже глубокая ночь. Ну давай. Ну если вы летать будете, это надолго. Смешливая такая. Тили-тили, трали-вали. Это вам не тили-тили. Это вам не трали-вали. Да, что-то незримый ужас какой-то, совсем незримый.
Может, появился? Проверим. Гарпии вот обновляются. Ох, путь. Они зримо ужаса, как не было так. Странности какие. Ладно, пойду я в косарку. С этой тут долго сейчас возиться. Ну, он вряд ли появится, если не убить его приспешников. Я не думаю, что он появится. А я кто его знает? Не, не появится. Может, это из-за того, что я предыдущего не убил до конца. Блин, странный квест. Ладно, непонятно, как он работает вообще. Просто бред какой-то. Лаги пошли. Уф, так. Насобирал всего. Панацея есть? На всякий случай. Так, ну ладно. Да, у меня там сапоги были, надо их тоже выложить. Берешь, потом ходишь с этой ерундой. Так. Лавка, наверное, закрыта, да, сейчас? Ночь все-таки. Или нет? Да. Ну, поскольку у меня кончаются запасы. Ну, а по-моему, с утра за прилавком уже. Как просыпается. Нету! Фу, зараза. Никого нет на месте. Ни бандитов, ни продавцов. Ох, ох, ох. Ну чё ты, пацан? Чё? Привет. Все, короче, я домой вернулся. Я вернулся домой, сейчас тут морковкой меня угостят. Так что до встречи в следующем эпизоде Dragon's Dogma. За чистого бойца. Всем пока.